Ну вот, мы трудимся. Кто скажет на своем поприще сегодня. Я тут сестру попросил, Марину, чтобы она мне помидоры подвязала. Она вчера немножко подвязала, и вот сегодня трудится. Попались. О, видишь, как у тебя, у вас хорошо получается. Ну вот так меня учили, надо низ вот это убирать, чтобы они забирают воду, а вверх питание идет. Угу. Поэтому надо. Ну, чтобы быстрее беспощадно, беспощадно вот это убирать пасынки. Быстрее созревали, что? Быстрее созревать будем. А то, что мы там на горочке вырастем, мы там обычно ничего не делаем. А там нет, там пускай да. Лучше, чтобы им теплиться. Да. А там, конечно же, от жары они, потому что это, если жарко будет лето, угу. То лучше травы побольше, чтобы было. В траве ага. Даже пускай. Да, да, да. Ну и у нас, мы же потом еще их с собой увозим, зеленые это все. Ага. Нам хватает. Вот, а водичка ты здесь ставишь, чтобы немножко и парилка была? Да, вот я сейчас это, ага. Только вот, хорошо, что я зашел, посмотрел, надо еще доливать их сейчас. Доливать, будет. Да, да, надо. Потому вот что мало, мало осталось. Это я вам полила те, которые подвязаны. Ага. Больше не буду. Да-да-да, их надо воды сейчас долить будет. Я сейчас этому Максиму дам задание. Насос установлю, и он будет вот закачивать в банки. И примером своим, покажу пример. Ага. Ну вот так вот. Слава Богу за все. Аллилуйя. Привет. Привет! Ну, как тебя зовут? Максим. Давай. Пускай. А ты этого волосы разрушил? Не камеру передай. Ты хочешь тоже? Нет, камера такая вот. Гости из Наринмара смотрят, как просторы потеряют их.
хвостику. Выгружайтесь. Так, тихо, потихоньку слазь. Не торопись. Ну все, замуровался, не найдешь. Ну зачем руки в карманы-то? Максим. Вытащи руки из кармана. Максим. Ты будь послушным. Руки из кармана. Зачем ты? Подумаешь, тебя укусит комарик. Что он тебя съест, что ли? Это вот знак сломался. Мы будем не ремонтировать. Не сделали крестовину. Крестовину сделаем. Сейчас. Вот это же знак, да, стоим? А? А этот же знак оставляет? Да, да, да. Сейчас мы его отремонтируем. Его. Ага, отремонтируем. Потом покажем, как отремонтируем. Ага. Ну все, слава богу. Вот это называется второй мостик. Вот эта плотина. Угу. Это все плотина вы делали, да? Ну да, трактор, бульдозер, который Игнатьевич нанимал. Вот его. Ну все, слава богу за все. Аллилуйя. Все, давай, приступили. Продолжим, вернее. Очень полюбил пилить. Гость из Наринмара Максим и наставник его Владимир Александрович ремонтируют знак. Пушкин. Ремонтируют знак. Не поймешь, кто там вообще, Максим, не Максим. Замаскировался от комаров. Да. От комаров. Еще, иначе впереди тебя размаскируют. О, вот. Наконец-то появился. Свет наш солнце. Ну только комары. Все, хватит вам, посмотрели. Наставник его научил пилить правильно. Стой, о, чаще. О чем результат о чем работы. Делаем? Аккуратно всегда, под конец надо немножко помедленнее. Так, все, убираем доску. Так, убирай. На втором мостике ремонт, да, знака на втором мостике. Раскройся. Маловато. Ваша вата. Маловато подпилили мы. Ну что-то я боюсь тут сучок. Все равно надо чуть-чуть еще. Вот видишь, сам тоже заехал. Сюда. Так. Одень перчатки. Да, лучше один. Давай. Не торопитесь. Иди держи с этой стороны его, чтобы не крутился. Не-не, он не будет, он тоже занозы сделает себе. Ногой только, вот правильно. Вот так вот, опять мне тут неудобно. Ну-ка вот так вот. Ювелирная работа. Наставник взял инструмент в свои руки. Инструмент. Он не смеется. Так, топору. Иди. На этой технике мы ехали. Да, ну довольно-таки да. Приятно ехать. Аккуратно вез. Ну, она медленно едет. Медленно, но да. Приятно, да. Лучше медленно ехать, чем хорошо идти. Сестра говорила, что говорит, это может быть на баллотаже сделать как на том, говорит, что здесь брусок и здесь брусок. Но для жесткости, конечно, лучше вот так вот сделать. Она лучше будет держаться потом. Хотя времени дольше затратится. Но дольше простоит. Да, более практично будет. Ветры тут сильные. Поэтому все хорошо у нас получается. Все, вот сейчас пойдет. Отлично. Все, прикручиваем саморезики.
Это я высыпал, чтобы легче искать. Потом до одного соберемся. Максим, помоги собрать сразу. Собирай пока в банке. Да, потихонечку. Так, самые длинные оставляй вот эти вот. На 75. Вот эти вот. Я буду им прикручивать сейчас. Так. Так, какой у меня тут. Не-не-не, это короткий. Вот. Тем более кривой. Кривой-то не клади. Она выпрямит сперва. Где-то тут нету этих саморезов, которые мне надо. Вот еще три. Кривой только убери, а то им плохо будет. Или других нету? Посмотри, что мне надо. Здесь вот железо-то сломало, я на саморезы прикрутил, вот так вот сделал. То есть вот эта вот обломанная часть, которая. Все. Все. Давай вот эти длинные бери в руки и пошли. Маша. Ну возьми. Самопласт сверло. Так. Максима не дождешься. Это уже плохо, конечно. Она что-то подставлять будет. Максим, оставь это дело. Иди сюда, может, потом соберешь. Пониже, пониже сделать, а? Вот, пониже. Вот так, да. Не без этого. Вот так. Да нет, ну не выше, не нет, выше столба. Знак. Иди знак держи. Держи, вот так уплись, чтобы у меня тут не падал. Видишь, как соображает. Свое видение на это. Так, тут повыше. Вот так, о, тут у нас как раз вылез. Не вовремя. Звуки от машинки. Не вовремя, он у меня стал садиться. Подвел мне саморез. Не зарядили. Вручную сейчас будешь крутить. Чуть-чуть осталось. Если что, у меня гвозди есть, можно и на гвозди будет потом прибить. Все. Так, все, можешь отпустить. Так. Итак, как саморезы, они слабоватые для ветра. Да иди, собирай. А там, Максим, на, держи. Собирай остатки там. До маленького, до самого. Я в дом проверю. Я сейчас на гвоздики еще прибью, на всякий случай. Потому что. Может быть, саморезы они могут от ветра разломаться. Здесь пространство, здесь надо что-то подложить. Внизу можно прибить уже. Здесь нет.
можно загнуть. Надо что-то подложить. Ну что, собирай до последнего. Проверю еще. Это очень опасно. Выключила, Володя. Выключил? Угу. А что, ты и так уже заканчиваешь? Я подумала, что уже там по времени. Нет? Нет. Ну, можно еще выключить. Можем вот эти опять? Так и видно, что уже ты закончил, как будто вышел. Сейчас я переключу, а то на это болтается. Угу. Так я тоже, если бы у тебя не сел, он бы, я тебе подсказать хотела, что вот здесь. Вот это, надо было вот здесь вот так дырки, да, вот эти маленькие. Да-да. Вот смотри, шурупчик где-то до 3, 2.5. 2.5. У меня маленький, да, есть. Да, вот он хорошо будет держаться. Вот, все, отлично. Это заряд у него отлично, да, да, он сюда и надо небольшой. Тут ветром там не будет. Вот нормально, хорошо получилось. Да ты что, он хорошо держится вообще. У, это крестовина, это вообще хорошо. Нет, ну крестовина, а железо-то может вырвать. А, железо, думаешь, вырвать. Отойди, Максим, подожди. Не, ну вот смотри, вот так вот. Ну хочешь вот так, да, еще сюда, вот так, да? Пятерки, да? Пятерки да, хочешь? Да, 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 еще. Угу. Потому что ветра сильные бывают. Ну да, да, это сейчас не проверишь.